Дорогие друзья, мы входим в новую эпоху, эпоху Водолея. Водолей — это свобода, творчество, радость, сотрудничество, коллективизм, коммуникации. Старая система управления обществом, основанная на страхе и ограничении, сопротивляется приходу нового сознания и нового мышления, характерного для новой эпохи. В это сложное время человечеству необходима помощь, чтобы совершить переход в новую эпоху как можно более мягко и безболезненно. Дорогие друзья, приглашаем вас принять участие во всемирной медитации на звук ОМ. С 12 часов дня 10 апреля по 12 часов дня 22 апреля по московскому времени. Универсальной, изначальной мантрой, из которой возникло все мироздание, является слог ОМ. Звук ОМ является самым священным звуком в разных духовных традициях. В Ведах звук ОМ является звуком солнца и света. Он символизирует собой движение вверх, приближение души к высшим сферам. Эта мантра оказывает очищающее воздействие и помогает сознанию подняться на более высокий уровень. Сосредоточенность при произнесении этой мантры устраняет все препятствия на духовном пути. Разум становится спокойным и умиротворенным. Произнося мантру ОМ, мы возвышаем свое сознание и становимся источником света для нашего мира. Там, где свет, там нет места для тьмы. Мы вытесняем эгрегор страха, обреченности, подавленности, депрессии из наших жилищ, из наших городов, из наших стран, с нашей планеты. Мы наполняем свои существа светом и любовью, радостью жизни и божественной энергией, преобразующей нас и все вокруг. Поделитесь этой информацией с друзьями и знакомыми. Пойте ОМ вместе с нами!